Тут мы вышли на ступеньки такие, которые не скользкие, но высокие. Не совсем удобно по ним идти. А над нами вот такие вот отвесы. Каску дома они взяли. Главное, чтобы по голове чем не дало. То можем никуда не дойти. Здесь и останемся жить. С ялтинской пропиской. Опа. Так что все. Оставляю камеру. Выключаю. Ложу в кармашек. И иду по этим высоким неудобным ступенькам дальше. Вот, ребята, давно ведь жена не видели. Краснокнижные цветочки нашли. Растут здесь ровно вдоль дороги. Спустились чуть-чуть вниз. Вот, говорю, смотри, цветочки. А как они пахнут? Красавцы. Что здесь только можно увидеть? Ландыши в это время года вообще не рассчитывал, что увижу. Местечко. Только что спустились. Вот так вот. Пожалуй, это был самый такой тяжелый участок, который мы спускались. Ну ничего. Немножко осторожности. По веткам держались за камушки. Пару шагов и все. Вниз спустились. Ничего сложного здесь такого нету. Прошли.